Добрый день, дорогие мои зрители и подписчики! Сегодня будем готовить отбивные свинины в кляре и в двойной панировке. Картошечку пожарим к этим отбивным. Давайте будем готовить. Смотрите видео. Мясо помыло. У меня такой филеечки кусок. Обсушу полотенцем бумажным, чтобы сухое было. Мясо разрезала на порционные куски толщиной по 1 сантиметру. Для уменьшения стука молотка под досочку подкладываю полотенчик. Отбиваю все мясо. Мясо посолим. Поперчим. И со второй стороны также. Теперь делаем кляр на мои отбивные яйцо. Посолить, поперчить. Для остроты горчички немножко. И сметаны. Размешиваем. Беру отбивную, обваливаю в муке. В нашем вкусном кляре. И опять в муке. Будет хорошая панировочка у нас. Отбивная будет сочная в такой панировке. Еще одну в муке. В кляре. И опять в муке. Хорошо обваливаем и укладываем на сковородку жарить. Отбивные жарю в биоловской сковороде. Промокод на скидки для посуды Биол будет под видео в описании. Отбивные перевернула и накрываю их крышкой. На маленьком огне пусть доходят. Отбивные готовы, мягенькие он берут. Пышные даже такие он. Картофель буду обжаривать крупными кусочками. Уложила в сковороду в один слой. Обжариваю на растительном масле и сейчас не солю. Солить буду готовую. Обед готов. Отбивные получились очень мягкие, сочные. Двойная панировка и кляр сохранили эту мягкость и сочность. Картофель-то посолить готовым уже. Селедочка с маринованным луком. И обязательно вот к жареному блюду подходит салат из свежих овощей. В данном случае у меня салат из черной редьки. Заходите на мой канал, готовьте со мной. Будет еще очень много интересных видео. Подписывайтесь. И до новых встреч на моем канале.